Привет, ребята, вы на моем канале Софья Плей. И сегодня я буду играть в страшную игру под названием Гремлин. Ну, я играла в Пиги. Пиги это тоже страшная. И еще все игры я еще не доиграла. Но потом я буду снимать Пиги, когда захочу. Да. Ну что ж, погнали, нажимаем на Play. А можно как-то без бабки? А, никак нельзя без бабки, блин. Мефью. Я хочу, чтобы бабка уехала в дом. Я хочу бабку, чтобы уехала к ней. А так можно было что ли, блин? Если бабка там появится, значит все. Если там будет дни какие-то, то значит бабка рядом. Блин, день один, блин. А можно как-нибудь и повернуть, блин. Мы встаем в каком-то заброшенном доме. Фу, блин, кроватка какая-то. Жару дальше. Вот такая кроватка, блин, такая красивая, блин. Кровь. Угу. Что здесь написано? Выбирайтесь из дома. Живо. Ну я не выберусь из дома, потому что бежим под кровать, блин. А то я подумаю, что бабка будет рядом, блин. Как мне теперь от нее сбежать? Я боюсь. Я боюсь выходить с кровати. Блин, бабка идет мимо меня. Она видит, что дверь открыта-то. Она смотрит, она наблюдает. Хорошо, что я там нет у меня. А если застрять перед дверью, что будет? Угу. Бабка там стоит. А как мне вылезти? Главное, чтобы она меня не убила. Ну, бабка, в принципе, как обычно. Ой. Нет. Она меня высосала, блин, с себя прям. Я боялась просто. День второй. Она меня постоянно там будет ложить или что? Блин. Теперь избавиться от этой бабки. Вонючая бабка меня убила. Своей шикарной, блин. Мне нужно выбраться от этого дома живо. А можно как-нибудь это взять и в бабку прям вот так в лицо? Ага, она реально вот так. И спрячься под кровать. Пиги такой... У Пиги нет такой функции под кровать прятаться. Мы бы могли бы в кровать спрятаться, под кровать и там сидеть. Очень геноскейка стала. Это шикарная идея. Кстати, мини-тонну я советую под кровать спихи. Да, сразу из-за этого. Классный момент. Хватит смеяться надо мной, Грэнни. Ты думаешь, что я не смогу это сделать, а? Не смогу сбежать отсюда. Я сбегу. Пряталась нос. Помолчала, когда я не молчу, тогда бабка взлезает под кровать. Ничего не поняла. Почему там бабка постоянно там стоит и шевелит? И еще и капкан поставила, ребят. Мне теперь от нее страшно становится. Как отсюда выбраться-то? Блин. Если я в школе буду и выберусь, так будет шикарно. Мне помогут мои братюни, блин. Главное выбраться отсюда, блин.
Думаю, что можно. Она как он такой? Джонсин, она знает, я что не время назад у нее. Блин, она была быстрее Софии, я как я не рассчитала, блин. Как я не рассчитала, точно. Третий день был, что ли, второй, а теперь третий, четвертый будет, пятый потом. Блин, я сейчас не выберусь. Если я не выберусь от этой игры, я буду плакать, точно предупреждаю. Не понял. Откуда тут делает это? А можно как-то настроить меню? А как выйти? А как выйти? I see. Тут просто идеально. Она просто говорит, I see you, да и все. Тихо. Сидим? Ничего не убегает. Блин, нам не стоит. Хорошо, что я не была в этой комнате. Куда она пошла? Ещё посмеялся. А как мне тогда выйти? Но главное, чтобы она отошла. Будем просто стоять и ничего не делая. Просто прячемся. Просто идеально. Главное, чтобы она не знала, что дверь закрыта. Ребят, это что за... Ага, она открыта, это там... Что там такое, мне же интересно. А у меня с тобой зрение. Я прибежала. Опять реклама. Главное, чтобы ушла. Мне это очень надо, чтобы там была какая-то там записка или что-то. Ребят, я ушла из игры и просто опять день один, блин. Я была в какой-то там комнате, и надо, чтобы туда пойти. Что произошло? Черхать.